Духовное возрождение начинается с семьи. Под таким названием в Таразе прошел областной форум матерей, организованный управлением образования Акимата Жамбылской области. Участие в мероприятии приняли члены родительских комитетов, а также директоры школ Тараза и районов области. Школа, равно как и семья, не только дает знания, которые пригодятся в будущем, но и правильное воспитание. Укрепление взаимосвязи между родителями учеников и их родителями – залог воспитанного и разносторонне развитого молодого поколения казахстанцев. С целью пропаганды этой идеи и был организован областной форум, где происходил открытый диалог по широкому спектру вопросов. Участники данного мероприятия поделились своим мнением относительно процесса воспитания, а также своим жизненным опытом. Прежде чем осуждать кого-то, нужно надеть его обувь и пройти путем этого человека. Лишь тогда узнаешь, стоит что-то говорить или нет. В народной мудрости большое внимание уделяется воспитанию. А дать достойное воспитание, взяв эту мудрость за основу, наша с вами задача. Взгляды общества прежде всего должны измениться по отношению к педагогам. Учитель – это уважаемый человек с высокими моральными качествами. Наставник для своих учеников. Он вносит непосредственный вклад в развитие личности ребенка, определение его судьбы. Родители должны чувствовать отдачу учителя и уважать это, иначе не будет результата. Родительские комитеты должны работать в одном направлении с педагогами. Прибывшие для участия в форуме гости из районов области посетили исторические места и памятники Тараза. Далее они побывали в городском доме культуры, где ознакомились с выставкой различных изделий, изготовленных руками одаренных детей. Также для них был организован молодежный флешмоб и выступил ансамбль «Бозторгай». Участники областного форума отмечают, что будущее страны зависит от того, какое внимание будет уделено воспитанию юных казахстанцев. Государство будет сильно тогда, когда крепка будет семья, сплоченная традициями, взаимной любовью, уважением, заботой друг о друге. Каждый человек должен знать свою историю, историю своей семьи, историю своих предков. Стоит отметить, что областной форум проведен в рамках программной статьи главы государства, где были затронуты статус педагогов в обществе, роль родителей в воспитании детей, сохранение национальных ценностей. В частности, председатель совета Еляна Лидия Ахметова выступила перед собравшимися с темой, посвященной воспитанию девушек. А обладатель государственной премии Республики Казахстан, деятель культуры и искусства Нурсифат Салыкова рассказала о роли произведения искусства в формировании человеческих качеств. В завершении форума было принято обращение. Риналь Рахматуллин, Галамжан Есенбаев, служба новостей.